Что такое патриотизм? Патриотизм – это показать свое неравнодушие, сделать что-то для своего будущего, будущего своей страны и для своих близких. Сегодня 11 июля – день, когда мы можем повлиять на ход истории. Я нахожусь возле избирательного участка номер 5-3. Давайте узнаем, как у них сегодня проходит процесс голосования. А у вас какие ожидания сегодня? Никаких. Вообще нет ожиданий? Не верю никому уже. Обманщики обманывают только. Хочется изменения каких-то. Идешь через силу. Нема кому верить. Что делать? Но надо идти. Правильно. Надо свой голос отдать. Ну, настроение отличное, очень и радостно видеть, что здесь даже очереди в нашем избирательном участке. И ожидание, конечно, что люди будут делать выбор, исходя из своих реальных предпочтений, а не под каким-то давлением. Явка у нас еще маленькая. Из 1915 избирателей всего проголосовали 287. Но мы надеемся, что люди еще будут подходить, еще как бы время есть. Давайте узнаем, как обстоят дела на избирательном участке номер 5-2. Пойдемте. И, честно сказать, в прошлом году из-за того, что выборы были осенью, было более активно. Всего 2315, проголосовало 370. Хочу, чтобы в нашей стране была стабильность, проголосовала за достойное будущее наших детей. Вот. Хожу каждый раз на выборы. Нужно отдать свой голос стране. Вот какие ожидания? Как и у всех. Ожидания на лучшее будущее. Избирательный участок номер 5-9 села Абаклия. Давайте узнаем, что происходит здесь сегодня. Процесс в этой мерджи партии лидер, адика, есть у президента партии буны. На момент авем один до ми патрусути шай здесь дели готори инклюшен листи, авем патрусути обзаштрей дели готори держа президент слабот. Dintre care 10 sunt pe listele suplimentare. Așteptam o prezență mai mică, dar sunt foarte activ și ne bucură faptul că nu sunt în diferență de viitorul țării. Aștept să nu ne amăgească parlamentare și fie care sunt mai mari. De cine ați votat, nu-i secret? Ha? De cine ați votat? Eu am votat pentru adevăr și dreptate și e ca asta am votat. Da, pentru cine ați votat, dacă nu-i secret? Pentru Moldova prosperă, pentru resetarea partidelor parlamentare, pentru o viață mai bună, pentru cei care se întoarcă copii acasă. De vas ce așteptări aveți? Bune. Dar pe cine vreți votați? Partidul PAS. Dar de ce? Nu. De bărbați am avut experiență în vedem ce fac partea feminină. Thank you.
аккредитовано 72 наблюдателя от представителей конкурентов на выборах. Кроме этого, наблюдали представители с ОБСЕ, Animal. Это интернациональные наблюдатели, зарегистрированные в Центральной избирательной комиссии. На сегодняшний день у нас всего есть одна жалоба, которая была рассмотрена и удовлетворила того, кто ее подал.